Ути, какая хорошая. Пойдем, я найду тебе новую отличную семью. Пошли. Так, это Маша. Это Маша. Маша очень такая степенная. Вы знаете, просто. У нее очень страшная судьба. У нее страшнейшая судьба. Я видел видео. Да. Ну, как бы здесь только так говорят. Уже, да. Мне просто позвонили кто-то, волонтеры. И попросили, могу ли я принять в приют 3 собак. Что у них очень тяжелая жизнь на свалке. И их, в общем, содержит мужчина, ну, который там живет. В плохих условиях, да. И вот это как да, раз но Маша... Дело в том, что, смотрите, нет, нельзя отнять. Он кормил их замечательно. То, что условия страшные и неухоженные были, это да. Но кормил, ребята, не хочу грешить, кормил хорошо. Маша ухоженная видно, благодаря такая. Его, тому, как он ее кормил. Но дело не в этом. Страшно другое, что он их привязывал в хибаре там. Ну вот, как раз мы сейчас можем вот. Видеть и видео. И хибару то ли подростки, то ли кто-то подожгли. Собак спасли в самую последнюю секунду. Собака могла сгореть заживо. Вот это она, вот это Маша. Вот да, так она выглядела. Маша. Так она жила. Ой, конечно. Еще с ней рядом жила ее сестра и ее отец. Мама ее погибла. Вот это Маша, да. Я когда увидела вот это видео, мне аж плохо стало. Конечно, я сразу сказала, да, я заберу. Вот это граф. Это ее отец, Машин. 3 года она прожила в таких условиях. Но цепь... 3 года, ребята. И за 3 года нельзя было ее подстричь хоть раз... Она попадает к вам, и вы рассматриваете всю ее шерсть. Я смотрел, это просто невероятно. Стригли маникюрными. Маникюрными ножницами. А потому что настолько все спрессовалось, что там, ножницы такие. Не подлазили. Никакие. Машинка не брала. Нет. И при этом собака абсолютно не агрессивная, да, спокойная, контактная. Такая вот измученная немножко была. Вот все-таки люди не заслуживают собак. А после стрижки самой, вот прям было... Видно, что ей легче, что ей лучше. Конечно. Как вы знаете, как она чесалась? Она выгибалась во все стороны. Она давала почесать себе спинку. Потому что она даже подставляла себя, чтобы мы могли ее почесать. Ну, вот ты представь ребята, себе, дело какой то, что балдеж, представьте себе, да? Что она 3 года да, носила конечно. На себе вот это спрессованное вот до самой как, шкожи. Как доспехи рыцарские, да, хуже. 3 года. Вот обычная кошма, которая вросла. Кошмар. Вы сейчас расскажите, куда она попала потом? Так, сначала она была у меня неделю дома. Потом я отвезла ее в приют. Но сейчас она не приютская собака, ребята. Ей в приюте... Вот, она не старается жизнь. Запрыгнуть на кровать, старается как-то спрятаться. Ее пытаешься на улицу вывести, но она очень умная. Она терпит, она ждет, когда ее выведешь. Она никого не обижает. Желательно вот эта передача, если ваша поможет, было бы неплохо найти Маше семью. Дело в том, что у нас около 2000 животных, но если быть честными, то 1760 на сегодня. Вот это не считая кошек. У нас даже голубь вчера вывела цыпленка. Вот так? Вот, да. Она хотела голубят, но я сказала ни в коем случае. Поэтому мы взяли и положили для интереса одно яйцо. Думали, успокоится голубка и все. В результате вылупился цыпленок, и сейчас голубка его окровожает, кормит, греет. Пополнение да, у вас. Да, цыпленку нашему уже 2 дня. А что у вас делает коза на участке в приюте? Дело в том, что у нас прибилась? Приют расположен на землях сельхозназначения. И мы обязаны содержать сельхозживотных. Мы поехали на живодерню, выкупили там стадо барашков и козочек. Но мы не знали, что они беременные. В результате у нас всю зиму рождались козлята и ягнята. У нас есть также к нам на территорию прилетела утка. Ее зовут Северина. Индоутка. Она вывела нам 8 утят. Маша общается с козой у вас, я видел, есть видео. Со всеми. Просто не ее характер... Ну, есть видео, включайте, конечно. Да, какая-то малыши гуляют. Вот так. Маша, не трогай козу, а то она тебе сейчас даст. Ей поиграть хочется. Мария, какие, интересно, хозяева тебе подойдут, а? Наверное, те, которым ты понравишься, и те, которые понравятся тебе. Если вы хотите себе мохнатый кусок счастья, то тогда вам нужна Маша. Если вам Маша нравится, обязательно пишите нам в программу, и, возможно, она уже будет жить вместе с вами. Спасибо огромное, Валентин, за то, что вы делаете такое серьезнейшее дело. 1000 с чем-то собак, почти 2000 собак. Огромное вам спасибо, что вы это делаете.